Омске прошло первенство России по велоспорту на треке. 96 гонщиков из 9 регионов соперничали в нескольких дисциплинах. Наши спортсмены отлично выступили в одном из самых увлекательных видов трековых соревнований – гонке Мэдисон. Уникальный вид спорта, вид велосипедных гонок, могу сказать, очень сложный, технически очень сложный и арифметически очень сложный. Почему? Потому что, представляете, два состава спортсменов едут гонку, друг друга сменяя, при этом нужно контролировать, какая команда где находится, у кого сколько очков, сколько баллов. Очень сложное, очень интересное. Важный рывок к победе был сделан уже в первый день. Александра Иванова, Александра Тишкина не смутил первый старт в крупном турнире по Мэдисону. Наши гонщики за счет резких ускорений выиграли первый этап соревнования. Затем развили успех, завоевали золотые медали. У нас хорошая подготовка, мы готовились долго к этим соревнованиям. Еще месяца два назад начали к ним подготовку. Ну и это дало свой результат. Финиш неплохо выдавал. То есть как бы соперники на финише чувствовали, что были слабее. Можно было брать очки, но мы решили в конце, на последнем промежутке уже пойти в отрыв, чтобы точно уже было это преимущество. Гонка Мэдисон – это синтез спринта и темпа. Омская пара Алена Болотова и Анна Полецкая продемонстрировала отличное взаимодействие и выиграла золотые награды. Шаг вперед сделала еще одна пара – Анастасия Мананникова и Варвара Шварева. Спортсменки прибавили в тактическом мастерстве и завоевали серебряные медали. В основном подгадывали, чтобы я под финиш ехала, и настраивались больше на последний финиш, потому что на последний финиш удваиваются очки. Тем самым можно набрать большое количество за всю гонку очков. Ну, все получилось. Омские велогонщики завоевали еще несколько наград. Ярослав Павлов, Егор Придатченко, Алексей Козубенко и Максим Пурыгин выиграли золото в командной гонке преследования на 4 километра. Затем амичи взяли одно серебро и три бронзы в гите и скретче.